почему убрали НВП из школы. Вы понимаете, что пацифист не будет защищать никогда Родину и стихотворениями или кисточкой. Никто никогда ее не защищал и не защитит. Тем более в наших условиях, когда вокруг все такое творится. Тогда не будет 3,5 строки о Афганистане. Тогда не будет ни слова о чеченских событиях. Все это будет в этом учебнике. И ребенок будет знать, что есть присяга, что он не имеет права ее нарушить. Но почему мы, чего мы боимся и кому мы играем на пользу? Вот ваши слова, хотя не ваши слова, а российская поговорка, какой поп, такой приход, они вот здесь соответствуют 100%. Но поймите, это надо вводить сейчас. В армии срок службы сократили до 1 года благодаря пацифистам. Ребенок боится автомата, ребенок не знает, что такое граната, как ее кидать. Ну разве это нормальное явление? Извините, что эмоционально, но это надо делать. Ради бога, сделайте это, вы как женщина.